Первый следственный изолятор Монголии «Ганс Худак», переделанный впоследствии в колонию, был введен в эксплуатацию 43 года назад. Он не в состоянии вместить всех осужденных и совершенно не отвечает современным требованиям. Новая колония была построена за 3 года. И здесь соблюдено полное соответствие мировым стандартам. Мы объездили много мест, и под конец наше руководство осмотрело колонии Канады и европейских стран. Можно сказать, что мы почти достигли их уровня. Поэтому решили принять за монгольский стандарт эту колонию, и в дальнейшем будем строить тюрьмы по этому образцу. Новое строение имеет 5 корпусов общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров. 394 камеры для содержания подозреваемых поодиночке, а также по двое и четверо. Для нарушителей спокойствия выделено 14 камер карцеров. Также в новом здании имеются кухня-столовая, помещения-офисы для служащих, 24 комнаты и гараж вместимостью 30 машин для судебных прокуроров и адвокатов. Камера для 2 человек особенна тем, что на каждого приходится 2,5 квадратных метра. На строительство этой колонии государство выделило 10,5 миллиардов тугриков, и в процессе частично участвовали сами заключенные. Теперь колония готова к эксплуатации. Остальным нашим колониям, скажем, тем, которые находятся в Аймаках, конечно, далеко до этого уровня. Теперь у нас есть опыт возведения таких зданий. Мы будем работать над тем, чтобы дотянуть остальных до этого уровня. Немаловажно, что и заключенные могут заодно получить профессию строителя. В Комиссии по правам человека ООН указано, что заключенный имеет свои определенные права. Раньше условия содержания изолятора противоречили вышеуказанным правам, но новое здание оснащено вентиляцией и прогулочным двором, построенным по последней технологии. Здесь есть больница на 120 коек. В этой больнице есть лаборатория для получения всех анализов, смотровые кабинеты, палаты и операционные. На кухне оборудована огромная кладовка для хранения продуктов. Во-первых, это здание соответствует международным стандартам. Во-вторых, для заключенных есть все условия для соблюдения своих прав. Есть вентиляция и прочие условия проживания. Так как новое здание предназначено в том числе для содержания подозреваемых, здесь имеются помещения для проведения судебных заседаний, кабинеты для встреч заключенного с адвокатом или своими близкими. Станислав Казагаев, Дэн Сма, от Комбат, АИСТ Монголия.